Приветствую каждого зрителя на своем канале. Меня зовут Юлиана. Эти знаки зодиака разбогатеют в 2024 году. Кто именно, узнаете прямо сейчас. На пороге 2024 год, который пройдет под знаком зеленого дракона. По всем характеристикам, этот год обещает принести много успеха каждому, кто готов к переменам и не сидит на месте в ожидании подарков судьбы. И этому будет способствовать и цвет этого года – зеленый, символизирующий здоровье, душевный покой и материальное благополучие. По прогнозам звезд, в течение нового года четырем знакам зодиака будет особенно вести в финансах. Именно они получат все шансы, чтобы разбогатеть и многократно приумножить свой капитал. Так кому повезет больше всего? И первые знаки – это овны. В первом месяце года вы можете сильно продвинуться в денежном плане, однако для этого вам нужно определиться с основными целями и не распыляться на несколько направлений одновременно. Выберите 1-2 занятия, которым посвятите все силы и время. Денежная удача будет сопутствовать вам весь год. Это удачное время для активной работы и достижения высоких целей. Звезды предупреждают вас о высоких рисках чрезмерного доверия. Старайтесь не начинать новые проекты с теми, в ком вы не уверены. Вторые знаки – это близнецы. 2024 год принесет достаточно успехов близнецам. Кроме удачного течения дел, этот год будет удачным и для смены рода деятельности, особенно его первая половина. Если вы не решались, но давно этого хотели, то не теряйте времени. В этом году вы сможете накопить значительную сумму и удачно инвестировать ее в недвижимость или бизнес. Поскольку большие деньги придут к вам через новые знакомства, очень важно уметь располагать к себе людей, быть открытыми и общительными, уметь поддерживать связи. Третьи знаки – это весы. Новый год станет для вас временем мощных переворотов. Причем изменения коснутся не одной, а несколько областей вашей жизни. Вероятно, переезды, кардинальная смена работы, расставания, обретение совершенно новой для вас жизни. Примерно с июня 2024 года, когда вы определитесь со своим местом, многие из вас приступят к активному достижению поставленных целей. Не сдавайте позиции, будьте гибкими, и тогда сможете добиться чего угодно. И последние знаки – это стрельцы. С начала года для стрельцов откроются новые интересные возможности для заработка. Не переживайте, если пока вы чего-то не знаете. При желании вы получите знания и опыт, которых вам не хватало. Материальное положение улучшится и будет улучшаться весь год. Будьте серьезны в отношении кредитов и любых долговых обязательств. По мнению звезд, в этом году вам нежелательно брать на себя такую ответственность. Заработанные деньги старайтесь не тратить полностью, откладывайте какую-то часть, а в конце года вы сможете очень удачно их вложить.